Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Цель – закопаться. В День археолога о крупных удачах и значимых находках говорит один из ярких представителей профессии. Бросок через бедро. Рязанские десантницы уложили на лопатки пермскую звезду. Медовый Маковей – истории и традиции христианского праздника. Сегодня Международный день археолога. Примечательно, что дата не связана с какими-то событиями или открытиями. Да и сам праздник национальным или государственным не является. Тем не менее, для тех, кто ведет раскопки, 15 августа – день особый. Наша съемочная группа отправилась на Веденский раскоп. Вот нож, очень хороший, целиком сохранившийся, с рукоятью из рога. Вот ножны. Ну, конечно, не от этого ножа, но тем не менее, вот целые ножны. Кожаные, тоже очень хорошей сохранности. Вот кошелечек. Кошелечек кожаный. Пустым нашли? Пустым, к сожалению. Вот я говорю, что 6 лет и ни одной монеты. И кошелек, и нож с ножнами. Все эти находки датируются минимум 15 веком. Найдено все это на Веденском раскопе во время Переславль-Рязанской археологической экспедиции. Ведут ее с 2016 года. В этом году мы вскрывали пласты предварительно датируемые серединой 15 века. И, вероятно, самая большая удача, то, что нам удалось раскрыть большой участок мощеной улицы, полностью, весь участок полностью мощен, это где-то почти 17 метров улицы. Такого большого фрагмента улицы еще не было при раскопках Переславля-Рязанска. Это вот такой первый, причем очень хорошее мощение, плотно подогнанные бревна. По обе стороны улицы – усадьбы. Каждая огорожена забором. Что примечательно, конфигурация и площадь самих домов не менялась долгое время. То есть новые заборы буквально ставили на место старых. Археологи говорят, что ситуация эта рядовая. В древнерусских городах семье выделяют территорию, которая всегда остается неизменной. А вот мелкие находки самые типичные. Помимо уже показанных ножей и кошельков, есть и детские игрушки, и даже наконечники стрел. Этот, например, и вовсе обнаружили час назад. Можно сказать, что это одна из последних находок. 20 августа – финиш экспедиции. Нужно обрабатывать материал, этого хватит как раз до нового полевого сезона. Подготовка к отчету, работа с чертежами, фотографиями, это как раз, вот на это как раз уходит зимнее время. Углубляться. Это, если коротко, стратегия ближайших лет. Цель – слои начала 15 века. А там новые артефакты. И, кажется, еще сенсационнее нынешних. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Благодаря бдительным сотрудникам ППС была изъята крупная, около 4 килограммов, партия синтетического наркотика мефедрон. Во время объезда Касимовского шоссе экипаж обратил внимание на юношу, который при виде машины ППС спрятался за остановку. А когда полицейские решили с парнем заговорить, тот просто дал дёру. Впрочем, далеко не убежал и даже пытался оказать сопротивление. Причину побега объяснить парень не смог. Признаки наркотического опьянения были налицо, поэтому полицейские вызвали сотрудников ОНК ОМВД. В беседе с 25-летним рязанцем оперативники выяснили, что он причастен к незаконному обороту наркотиков. При обследовании съемной квартиры полицейские обнаружили в холодильнике 4 пакета с мефедроном общей массой 3 килограмма 700 граммов, электронные весы и упаковочные материалы. Наркотические средства, которые изъяты в ходе обследования квартиры, что вы с ним должны были сделать? Спрятать, зафиксовать и спрятать. Спрятать успел он 3 пакетика, суммарно 170 граммов мефедрона. Следователями следственного управления Рязанского ОМВД области возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере в составе группы». Максимальный срок – до 20 лет лишения свободы. Аналитики РИА Рейтинг назвали регионы лидеры по развитию ипотеки. Рязань в этом смысле серьезно прибавила – 27 место из 87. По статистике рязанцы оформляют ипотеку в среднем на 22 года и 9 месяцев. Однако если на вторичном рынке покупатель сразу видит, какую квартиру берет, то новостройка – настоящий кот в мешке. Как не прогадать, расскажут эксперты Банка России.
За первые полгода 22-го на рынке появилось 178 тысяч квадратных метров жилья. Кредитов выдано больше, чем на 11 миллиардов рублей. Однако деньги эти на строительство не идут. Уже 3 года как застройщики возводят дома за собственные деньги. А у будущих жильцов средства уходят исключительно на счета эскроу. Клиент заключает с банком 3-сторонний договор. Девелопер, банк и клиент. Клиенту открывается счет эскроу, на который вносятся деньги, и средства с этого счета они не снимаются до тех пор, не поступают к застройщику до тех пор, пока не будет дом введен в эксплуатацию. Только после уже сдачи дома и передачи ключей от квартиры клиенту счет эскроу раскрывается, так называемо, и средства перечисляются девелоперу, который строил этот проект. В таком случае риски сведены к минимуму, считают эксперты. И если вдруг застройщик разорится, то деньги со счета эскроу покупатель может забрать в любой момент. К тому же средства на счетах защищены системой страхования вкладов. Для рязанцев, видимо, самое то. На счетах эскроу уже больше 5 миллиардов. Если мы с вами поговорим немного о статистике, то на сегодняшний момент через этот механизм с помощью счетов эскроу рязанцами приобретено уже более 6 тысяч квартир на сумму почти 13 миллиардов рублей. При строительстве девелоперы активно используют и заемные средства. На возведение объектов строительные компании взяли в кредит почти 14,5 миллиардов рублей. Сегодня в нашем регионе с применением механизма проектного финансирования строят почти 85% жилья. А значит, волноваться за свои средства у рязанцев повода нет. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Футболистки женского клуба «Рязань-ВДВ» одержали первую победу в чемпионате. Хотя поначалу казалось, что в матче с пермской «Звездой» 2005 десантницам, что называется, ловить нечего. Уже на 11-й минуте они получили пенальти в свои ворота. Так уж получилось, что волею календаря с пермской «Звездой» 2005 рязанские футболистки встречались дважды за неделю. Первый матч на кубок десантницы обидно проиграли 1-2 и, понятно, жаждали реванша. Но уже на 11-й минуте Татьяна Долматова срубила в своей штрафной Елизавету Сергейчик, и с пенальти Олеся Курочкина была точна. Хозяева усилили натиск, и уже спустя 15 минут Елена Зубкова поборолась за верховой мяч и кивком головы отправила его в ворота «Звезды». 1-1. Обидно, конечно, мы проиграли сегодня, хотя могли за 15 минут первого тайма решить исход матча, но сами видели, мяч в ворота не летит, и как его туда запихать, уже не знаю. Ну, не знаю, обидно. Готовились к борьбе. Здесь тяжелое поле. Знали, что будет нелегко, но хотели победить, но сегодня, увы, не получилось. Во втором тайме у пермячек действительно мало что получалось, а вот рязанские футболистки умело пользовались разрывами в линиях. И на 63-й минуте они провели резкий контрвыпад. На подачу с фланга откликнулась Елена Зубкова, но ее удар голкипер «Звезды» парировала. А вот с добиванием от Виктории Тихон Маргарита Широкова ничего поделать не смогла. Сразу после гола «Рязань-ВДВ» грамотно отодвинула игру от своих штрафной, и по-настоящему голевой момент у их ворот случился только уже в компенсированное арбитром время. Но Виолетта Исайкина была начеку. 2-1. Есть первая победа в Суперлиге. В предыдущих турах нам всегда чего-то не хватало. А сегодня все срослось, и мы заслуженно, я считаю, победили. Перед паузой в чемпионате рязанским футболисткам осталось провести всего одну игру. 27 августа в московском Чертаново с одноименным клубом. Психологической уверенности на нее, по идее, должно хватить. Православный мир отпраздновал первый из 3 существующих спасов – Медовый. Он совпадает с началом Успенского поста. У древних славян считалось, что именно к 14 августа мед в ульях созревает до полной готовности, и его можно собирать. Медовый спас – это народно-церковный праздник. О его сути, истории и традициях расскажет Марина Романюк. Медовый спас – первый из 3, поэтому иногда его так и называют – первый спас. Следом идут яблочный 19 августа и ореховый 29 августа. По традиции восточных славян в этот день в храмах совершается малое освящение воды, а также меда нового сбора. Благословляется его употребление в пищу. Пекут медовые пряники, блины с медом, пироги, булочки и плюшки. Первый спас называют медовым, потому что соты в ульях к этому времени обычно наполнены и готовы к сбору. Медовый спас называют еще мокрым спасом или спасом на воде. В церковном календаре 14 августа – праздник происхождения или изнесения честных древ животворящего креста Господня. Ученики
по слову Спасителя, отплыли в лодке на другой берег, а сам он остался на горе помолиться. И вот посредине ночи, уже ближе к утру, ученики вдруг видят идущего по морю Иисуса Христа. Им показалось, что это призрак, и они испугались, подумав, что вместо учителя своего видят призрак. Но Господь сказал им: «Это я, не бойтесь». И тогда апостол Петр, исполнившись дерзновения, воскликнул: «Господи, если это Ты, повели мне также прийти к Тебе». И вот, несмотря на законы физики, несмотря на законы природы, он пошел по водам. Он шел и не тонул. Вера апостола Петра, вера сильное дерзновение, дерзновенное, но вера, которая стала результатом рационального рассмотрения. Ум апостола Петра стал исследовать его веру и сомневаться. И в итоге апостол Петр стал тонуть. Вопросы к нам. А какова наша вера? Есть у Медового Спаса еще одно название – Маковей. 14 августа – день памяти семи ветхозаветных мучеников Маковеев, принявших кончину в 166 году до новой эры. Семерых братьев казнил сирийский царь Антиох Епифан. Он хотел, чтобы подданные поклонялись языческим богам, но семья Маковеев отказалась. Господь показывает нам многократно силу веры. В истории христианской церкви самые потрясающие примеры – это примеры силы веры и силы духа, когда люди творили чудеса на основании своей веры, веры, которая не сомневалась, которая не рассуждала, веры крепкой, веры сильной. Народная этимология переосмыслила название праздника в связи с маком, который созревает к этому времени. Считается, что мак, как и мед, в этот день обладает целебными свойствами, поэтому его обязательно нужно добавлять в пищу. Но главным символом праздника остается мед. Рязанская земля богата медоносами, потому и выбрать можно мед с любым вкусом. Все меда, представленные здесь, за исключением, конечно, гречишного, да, это с Мещерского заповедника. Там гектары липового леса, там заливные луга, поэтому экологически чистый и большое разнообразие различных растений. Пожалуйста, липа, разнотравие лесное, тот же дягель, цветочный луговой мед. Традиции Медового Спаса так или иначе связаны с медом не случайно. Этот продукт испокон веков ценили как лекарство от многих недугов. Мед – это всегда это народная медицина. Поэтому в любом случае он полезен. Хоть как бы я медик по образованию, и хоть как бы мои коллеги не говорили, что мед – это он не помогает. Это вот... Нет, мед он помогает, он всегда хорошо. И при различных воспалительных заболеваниях все равно мы прибегаем к нему. Если бы он не был полезен, то наши бы предки никогда бы не лечились им. На Рязанской земле пасек много. И выбрать своего пчеловода, чтобы закупаться продукцией, можно. На ярмарке выходного дня, например, или на ярмарке фермерских продуктов на площади Победы. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.